Так, ребятки, это вторая часть. Мы договорились с бабушкой, то, что типа все, она типа почти подходит. Конечно, в магазин зайдет. 10 лет пройдет. Я пока хожу по дому, пью чай. Смотрю, что у нас в мандаринке. Так, мандарин гламхе. Яйца на месте. Естественно, они никуда не убегут. Так, и я вижу еще яйца в контейнере. Так. Мандаринку с яйцами я переставляю на стол. Прекрати, бац! Сейчас у меня коряба уже. А вот, большой контейнер я беру. Иду тоже на стол, там сейчас две яйца, и их, естественно, заморожу. Те яйца я решила выкинуть, потому что они были все тухлые просто. Там там одна тухлятина. Два яичка еще нашлось. Да прекрати ты кусать шторку! Тебе сейчас... Сейчас я на улицу выкину. Так, хватит! Ну вот, контейнер. И вот здесь еще два яичка. Вот они. Два яйца. Угу. Маленькие два яичка. Вот они. Ну и вроде бы все. Больше нет ничего. Теперь ждем еще одних родов у Лунтика, потому что, как вы знаете, он тоже беременный. Вот. Я возлился сюда и попал головой. Ничего страшного. Так. Эти яйца я пофиг оставлю, потому что я те яйца, как вы знаете, я вам сказала, я их не замораживала, не засушивала, ничего, поэтому эти яйца просто оставлю, а потом завтра приду, буду перебирать. У меня там вата кусок. Да? Ясное дело, что никто не будет регулировать коврик, поэтому я его сделаю тепленьким. Вот. А там, если что, тогда маму попрошу. Звоню, она все поймет. Вот. Вот здесь вот такой регулятор. Вот. И регулирую на самую такую тепленькую, потому что я на ночь делаю побольше, днем поменьше. Вот. Потому что ночью холодно. Утром нормально, днем. Вот. Ну а вам всем пока. Да, сегодняшний вечер, сегодня выйдет мой ветер. Ждите. Всем пока. Люблю, целую.